Приветствуем вас, дорогие друзья. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас сегодня за чаепитием известный вам Алексей Нилов и Анна Малистова. С игуменом Лукою мы уже с вами встречались в этом составе и думаю, что и сегодня нам будет с вами не скучно поговорить, тем более о теме не то что не скучной, а прямо очень даже острой. Я бы не сказал, что для церковных средств массовой информации, потому что здесь, как правило, мы все-таки больше говорим о хорошем, можно сказать, ну, какие-то отражая праздники, рассказывая о заповедях, толкуя Священное Писание, сообщая о каких-то делах добрых. Так, из чего состоит такое доброе радио, светлое радио, чистое радио, как говорили, по-моему, какой-то есть девиз на радиостанции «Вера». Вот. А такая вот переваривание критики, не всегда основательной, в сторону церкви, не всем иногда кажется даже уместной, потому что тиражировать... А вот знаешь, что про тебя говорят? Одна девка сказала, я не буду, кто это сказать, но знаешь, она тебе про тебя что сказала? Вот то-то, то-то, то-то. Ты скажешь, какое ей дело вообще? Да у нее такого, во-первых, не было, если было что-то совсем другое. Но явно, что мы с тобой при Алексее, обсуждая, что про тебя кто-то сказал плохое, вряд ли вообще тебя по этому поводу радуем. И даже если это вполне клевета, в этом смысле и разговоры о том, чем плоха для многих кажется церковь, ну, конечно, они своего рода мне представляются мнением очень неосновательным. Но, кажется, обращаться к ним, ну, в общем, тяжеловато. Зачем в очередной раз повторять или тиражировать претензии? Но, с другой стороны, для многих это остается каким-то неразрешимым вопросом. И у меня большая почта в интернете, ВКонтакте, и народ там искренне недоумевает. А вот как так, а почему это, а вот эти платы, еще что-то. К тому же я недавно в интернете увидел такую интересную подборку, интервью на улице. Ну, видимо, подобрано именно было негативные отношения, в которых довольно типовые такие клише, почему мы не ходим в церковь, почему мы ее, кажется, она нам не нужна, и почему она кажется нам плохой. И, в общем, довольно... Я, может быть, если сейчас найдется, мы еще попросим нашего режиссера даже показать эти эпизоды. Бога верю, в церковь нет. Я считаю то, что Бог, он везде, и не обязательно как-то к какому-то месту привязываться. Строить и золото, и серебра, всякое такое. 50-50, мне кажется. Чересчур много строят храмов в последнее время везде, на каждом шагу. Мне кажется, они должны где-нибудь за городом быть, в определенном месте святом. Не собирают деньги, а вот это куда идет, все идет в карман священникам. Они там потом ездят на дорогущих машинах, а так вообще ничего не происходит. В принципе, обманывают бедных людей, которые вот жертвуют, да, деньги. А если я не верю в Бога, это считается, нет? Да. Как бы зачем им доверять? Зачем доверять тем, кто верит, не знаю, несуществующее существо такое, как бы? Давайте лучше верить в макаронную, не знаю, макаронного монстра, пастафарианство. Чем хуже, чем православная церковь? Скажите, пожалуйста, можно ли доверять русской православной церкви? Нет. Нет. Они декларируют совсем другие цели, чем преследуют. Не стяжательство и набирание себе большого количества богатства. Обещание чего-то не делать и делание этого. Я путешествую автостопом. Священники, они никогда не останавливаются. Видно такой, ну, батюшка с крестом на груди едет, там, крестится 45 раз, а ближнему помочь реально не может. Я верю в Бога, но не верю в церковь. Потому что я считаю, что церковь – это коммерческое предприятие. Наше с вами обсуждение этих претензий, быть может, ну, поможет кому-то разгрести свои собственные мысленные какие-то конструкции, в которых кажется, что я не пойду, потому что они толстые, я не пойду туда, потому что от лада на меня что-то... Аллергия. Да, чихаю, да, или потому что бабушки там не все одеколоном каким-то из Парижа побрызганы. Вот. Но существует, да, какое-то облако каких-то мнений. Негодование, я бы даже сказал. Даже негодование, да. Одно дело, я не пойду, другое дело, давайте вообще с ними бороться. Поэтому есть вообще две степени неприязни.
ну, хоть неприязнь равнодушная такая, она довольно подвижная, мне кажется, ситуация. Например, ты познакомилась с верующим мальчиком, вот, и не имея особенных каких-то претензий, что называется, к церкви, во всяком случае, его интересы и для тебя становятся любопытными, а там, глядишь, попался какой-то внимательный батюшка любезный, и к тому же, за которым ты почувствовала какую-то правду и пользу для души, и вот уже постепенно так душа уцерковляется. А вот если какое-то агрессивное отношение, мне иногда вообще недоумение даже, также пишут, спрашивают о том, как вот дальше строить отношения семейные, например, с молодым человеком, который категорически не принимает мою там какую-то церковный интерес, позицию, по расположение. Я говорю, потрясающе, что за вопрос. Как вы думаете прожить вместе жизнь? Как вы думаете растить вместе детей? Тоже есть разногласия. Да. Вот. Поэтому такие бывают агрессивные какие-то, какая-то неприязнь. Вы чаще с каким сталкиваетесь? Все-таки вы в таком вполне светском кругу молодежном живете. Ну, конечно, разное доходит, но мне кажется, более агрессивная чуть-чуть в сторону этого, потому что вот претензии очень часто бывают к церкви, то, что в общем, все сравнивают то, что как живет сейчас руководство церкви и чины, и как это было еще во времена Иисуса Христа. А скажи, такие же разговоры есть о том, как живет губернатор, о том, как живет директор магазина, например? Конечно. Ну, вот, ну, он же тоже живет, ну, как сказать, ну, не хуже, не лучше, но бывают нормальные машины, куда-то доехать. Особенно, когда речь идет о лицах первых, у которых забот не в проворот, которые представляют лицо и исполнены самого ответственного служения, общецерковного, епархиального. Почему не сравнивается, например, какой-то способ передвижения губернатора, все-таки наш губернатор, например, наш правящий архиерей, там, епархиальный, митрополии, вот почему могут высказываться претензии настоятелю монастыря. Недавно слышал опять какой-то острый прям конфликт. Настоятель приехал на несколько улучшенной машине в связи с тем, что улучшилась дорога. Вот. То это вызвало прям бурю негодования, да, ненависти. Подождите, таких же машин, в принципе, стоит на той же улице, там, в центре Рязани, ну, как минимум 3-5. Вот. Во дворе моего дома даже Порше один стоит. Ну, наверное, вряд ли он батюшкин, я бы сказал. Вот, в Рязани-то вообще такая проблема, не остро существует. В данном случае что-то другое. Я склонен подозревать, что здесь понятно, что руководитель не просто любой директор магазина или какого-то предприятия, или телеканала, или еще что-нибудь, обязательно должен заесться. Ну, почему? Никто не говорит, что он заелся из-за того, что, разумеется, у начинающих там редакторов или журналистов не те материальные положения, не то материальное положение, не та ответственность и не тот, ну, как бы сказать, способ, средства передвижения. Есть некоторые разницы, но это естественно. Понимаю, что больше удивления, когда, ну, какой-нибудь молодой совсем батюшка, ну, вот он действительно позавчера руку положился, но, как правило, их уж часто они пешочком ездят, ну, что-то появилось у них отечественное при особо счастливом стечении обстоятельств. Я сам знаю талантливейших и замечательно труждающихся и у нас на кафедре теологии, и возглавляющий один из крупных храмов Рязани. Ну, просто на моих глазах чуть-чуть, год за годом улучшается от запорожца самого ужасного, который как ездил запорожец, я не шучу, это в наши годы. Mm-hmm. Такая машина уже сколько лет не выпускается. Да. А вот до какой-то так вот худо-бедно, самый дешевенький, ну, собираемый у нас, конечно, иномарочки, когда уже большая семья, и огромная ответственность, и огромное количество дел. Ну, вот есть какой-то стереотип, потому что стереотип того, что церковь настоящая, она должна быть бедной, вот у таких вот. Ну, это, знаете, это, да, привет от католического ордена бенедиктинцев, а францисканцев. Являясь учениками Франциска Ассизского, это не православный святой, он вот так подчеркнуто в нищенских одеяниях ходил, они тоже имеют такой коричневый балахон с накидывающимся капюшоном, подпоясываются веревкой и простые сандалии. Это у них такая служебная форма. Они, не знаю, появляются ли в светском, по-моему, бывают в светском, да, в брюках.
в какой-то рубашке с белым каким-то подворотничком таким. Вот, но вот обычный такой монастырский, церковный вид у них такой. Вот просто у людей возникает вопрос, допустим, обычный средний класс, рабочая семья, она не может заработать себе на хорошую иномарку. Откуда, допустим, у батюшки такие деньги? Вот, то есть они не уверены в деньгах, даже которые подумать, они... что за счет пожертвований. Да, и многие говорят то, что какая есть гарантия в том, что это деньги, которые они вкладывают на пожертвования старейшин храма, они не уходят в карман лично. Ну, подождите, пожертвования бывают разные. Когда ты говоришь о том, что, быть может, даже он на пожертвования купил, мы не будем никому говорить, батюшка, вы на пожертвования, у меня, знаете, неплохая колесница, но у меня там, видите, дорога пересеченная, надо еще доехать, и при этом еще километраж, поэтому она у меня и проходимая, и дорожная хорошая. Вот, неужели вы это на пожертвование приобрели? Конечно, на пожертвование, потому что церковь живет на подаяние. Просто подаяния бывают разные, и благодетели те же. Вы поймите, что, конечно, та, вот, например, в нашем среднем таком монастырьке, небольшом провинциальном, жизнь от кружки, ну, в которой опускают пожертвования, люди просто беря свечечки, записочки оставляя, у нас никакой таксы нету. Вот за записку, за имя пишешь, там 100 рублей или 10 рублей, нет такого. Пиши, пиши. Вот здесь рядом стоит кружка пожертвования. Хочешь, клади, не хочешь, не клади. Вот, составляют, я вам не совру, вот в такие воскресные дни, причем там приезжают люди и на машинах, и из Рязани, ну, 2-3 тысячи в воскресенье, если останется. Значит, поэтому за месяц можно нетрудно прикинуть, сколько там на машину-то мне копить, сколько десятилетий. Ну, сколько там получается, ну, 10 тысяч. Вот так, в кружечку то, что опустят прихожане. Если вы имеете в виду как раз пожертвования, какие-то бабушкины полтиннички, сотенки. Ну, кто-то, люди посостоятельные напишут имена о живых, о усопших. Ну, там, 500, тысячу иногда может встретить в этом. Редко пятерочку. Знаете такой анекдот про то, как умерла 50-рублевая бумажка, такая вся такая затертая, занюханная, вот, и в рай отправляется, вот, а пятерочка, а пятитысячная, такая вся блестящая, нарядненькая, розовая, ее раз в ад. Как так? Я? Меня такую? Вот. А мимо нее в рай проходит этот сотка там или полтинник. Такая вся пометка. В церкви надо было почаще бывать. Просто почему люди приходят и должны платить, допустим, за то, чтобы написать имя своего родственника? Ну, не должны. Сейчас мы давай вот эту тему закончим, что в любом случае, даже если у батюшки есть машина, то чаще всего это именно пожертвование. Пожертвование не просто зарплата, которую ему платят в приходском храме, есть есть приходской совет, который иногда и часто возглавляет и сам священник, но вместе со своими помощниками, бухгалтером и так далее, которые, в общем-то, решают, как приходящие в храм деньги, на что употреблять, на что тратить, какие необходимые работы, какие оплаты. Мы же не освобождены от коммуникационных всяких платежей. Вот у меня зимой больше 100 тысяч за всякий газ, электричество я должен платить. А мы с вами уже посчитали, у меня чуть больше 10, поэтому это в кружке наберется за месяц. Ну, плюс там еще что-то. Поэтому зависит от личных пожертвований людей, которые хотят на что-то конкретно жертвовать. Поэтому те же наши добрые друзья московские, которые в Провинск приезжают, и которым и нередко мне приходится видеть и в Москве, в том числе и по нашим образователям, для них не является особо принципиальной проблемой, что они жертвуют в данном случае, конкретно, когда у меня, например, развалилась очередная, или я перевернулся, там была история, там на RAV4 была на крышу, то, в общем, пришлось менять машину. И, в общем, в данном случае, узнав о такой моей беде, и что я остаюсь без транспорта, есть люди, которые, ну, готовы, зная, там, уважая наше служение, или, ну, являясь с нами, может, правильнее даже сказать, единомыслие в таком церковном, эта миссия для них не кажется затруднительной. А то, что должна, то, что батюшки должны молиться просто потому, что ты просишь их помолиться, это, в принципе, скажи, за кого помолить. Кому-то плохо, ты идешь к священнику, и говоришь, батюшка, у меня бабушке плохо. Дочь моя,
давай, за сколько, на сколько напишем бабушку? На 40 дней или на год? На год 300 рублей, на неделю там что-то поменьше. У тебя сколько в кошельке? А, ну вот, видишь, на год никак не получается. Ну, 40 уст, давай про тебя, дочь моя, запишем про бабушку. Вот, такой вот диалог, я не знаю, что услышите ли вы где-нибудь. Батюшки, ну, все-таки чаще всего полны сочувствия. Какие-то, если существуют в некоторых храмах, понятно, у нас такого нет, я уже доложил вам. И я знаю, что во многих храмах такого нет. Есть свечечки, есть записочки, есть кружка для пожертвований. Берешь, кладешь, не хочешь, не кладешь. И это как раз и составляет, собственно, систему вот этого обмена услуг. Она никак не является вот установленной и непререкаемой. Вот из возмущений, которые мне приходят иногда на почту, это почему креститься там дорого стоит. 2000-3000 стоит креститься в некоторых храмах. Вот, я говорю, ну, это, видимо, в некоторых храмах рекомендуемые пожертвования. Причем для человека верующего, который идет крестить своего ребенка, не возникает особых проблем с этой, например, обозначенной примерной суммой пожертвований. При том, что если у тебя реально нужно кого-то крестить, особенно кто-то болен при смерти, и у тебя нету денег, я, честно сказать, не могу себе представить священника, который бы сказал, ну, нету денег, нет крещения. Потому что чаще просто мне жалко вам дать, дорогой господин гражданин поп, там, 2000, потому что, ну, я лучше их там посижу в кафе с девушкой на эту сумму. Ну, вот. Но крестить, сподобить рождение в жизнь вечную, при этом, ну, хоть что-то поддержать, учитывая все-таки общую, не скажешь, что большую сознательность, общенародную, которая, ну, все-таки в основном находится в нецерковном состоянии большинство наших соотечественников. А здесь... Я не думаю, хотя мы сами как бы в этом так не формулируем, мы, надо сказать, что и таинства никакие, вот эти требы, так называемые, как приходские храмы, не совершаем. То есть у нас нет обязанности кого-то венчать, крестить, отпевать. В монастырях по традиции не принято совершать вот эти чинопоследования и таинства, в которых очень активное вторжение мира. Монастырь все-таки должен хранить свое устроение, поэтому там в основном место собора, непокаяния, причащения святых христовых тайн. Вот, поэтому здесь я бы, все-таки вот эта вот горячность такая, она, мне кажется, как вот это недовольство тем, что довольно уже значительный и с крупными ответственностью и обязанностями священник ездит не хуже, чем директор магазина, в этом есть какая-то не то что недовольство отсутствием в церкви нищеты, а какая-то личная все-таки неприязнь, какое-то личное самооправдание. Потому что здесь есть ведь какой соблазн в этой критике церкви? Это представление... Вообще, когда мы кого-либо, на кого-либо раздражаемся, на кого-либо гневаемся, кого-либо унижаем, в каких случаях? Вот именно. Когда завидуем, возможно. Бывает, что когда завидуем, и еще когда гордимся. Что такое еще зависть? Я считаю, что я лучше тебя, а ты встретила мальчика лучше хорошего, а у меня нет никакого. Поэтому я, например, как девочка, тебе, как девочке, завидую. Мало того, на тебя гневаюсь, мало того, говорю, она такая рыжая вообще. Вот как она, как ей так повезло с парнем, он ее просто не знает и так далее. Отчего я такая злоречие? От того, что я горжусь, я превозношусь, я считаю себя лучше тебя. И это дает мне как бы внутреннее право гневаться, дает право унижать, дает право говорить обидные вещи. Так вот, здесь проблема в какой-то гордыне. А гордыне всегда свойственно прикрывать свои недостатки. Смирение в чем проявляется? Смирение проявляется сразу в покаянии. Смирение проявляется в видении своих грехов, своей ограниченности. И вот такие люди, у которых этого самого смирения пока еще днем с огнем, пока, которые еще только оправдывают свои грехи, а вовсе не встали на путь хотя бы их признания, а тем более их исправления, то, конечно, для них всегда будут казаться возмутительными любые особенности, особенно те, которые могут показаться завидными. Но ведь на пустом месте тоже такие слова обычно не рождаются. Тоже был случай, я вот помню конкретно, это даже... Конечно, не в самом правдивом шоу, которое я уважаю, но там был случай, когда священник, говорят, даже уже изрядно напившись, очень сильно ругался с водителем, и даже до драки дело дошло. Ну, я помню те хроники, там, по-моему, батюшка был бывший, батюшка уже то ли запрещенный в служении, то ли уже вовсе без сана, и
там, по-моему, чуть ли не до матерной брани дело было, да? Вот, ну, это в любом случае, во-первых, не лицо церкви, вот, не являясь действующим священнослужителем. Во-вторых, ну, мы возьмем в любой другой профессии, даже педагогической, конечно, это всегда особенно остро воспринимается, когда какие-нибудь безнравственные, очевидно, поступки в среде педагогической, медицинской, священнической воспринимаются. Вот, но при этом почему не огорчиться за конкретного, даже если это был батюшка, за конкретного священника? Почему не сказать, ну, слава Богу, над ним есть епископ, который в силах его приструнить и поставить на место, даже если это служащий священник? А в отношении тех же представителей профессии, тоже гуманных, так сказать, ну, никто не говорит, я не буду больше ходить в больницу из-за того, что один доктор напился или требовал денег, взятку там, или еще чего-нибудь там худших услуг каких-то от пациента. Всякое бывает безнравственное поведение, но никто не говорит в связи с этим, а что за система здравоохранения, вообще не должно быть здравоохранения. Потому что они так говорят, зачем нужна церковь, если батюшка какой-то напился. Ну, не похвала батюшке, но, очевидно, мы так и делаем. И нередко как раз уже вопросы о церковных людей, они касаются того, что вот у меня был священник, я попытался там походить, а потом началось такое. Вот все конкретно, из-за конкретных людей. Конкретно, конечно, мы же не перестаем ходить в булочную, если нас кассирша обругала. Ну, кассирше тебе не случилось подружиться. Ну, в конце концов, она пробивает тебе эту булку и отдает. В принципе, даже если нет выбора, а у некоторых людей в маленьких городах бывает и нет выбора. Вот что-то у них с батюшкой не сложилось, они какие-то непохвальные для себя сделали о нем выводы. Ну и что дальше? И Господь говорит в отношении фарисеев, говорит то, что и народных учителей израильских, вы по словам их поступаете, по делам же их не делаете. То есть вы их слушаете, ибо они говорят, дело, закон проповедует Моисеев, но по делам их, которые представляются они вам... Они не соответствовали словам. Они, да, потому что они сами не соответствуют, но Бог им судья, что называется. Поэтому я знаю, что такое более-менее смиренное церковное сердце, если уж не вовсе там какое-то нарушение каких-то канонов святоотеческих и какое-то еретическое или уж крайне недопустимый такой образ жизни у священника, а то в общем-то, смиряются. Ну, этот жестковат, этот не допускает причащаться. Вот до сих пор можно встретить нередкие случаи, когда живущие христианские люди, ну, бывают недопущены до чаши из-за каких-то для меня, мне кажется, несущественных, ну, неустройств каких-то в подготовке, при полном, при желании, смирении, покаянии и прочем. Ну, что сделать? Вот некоторые, в монастырях некоторых, например, вот известны мне монахи, монахини, они вполне люди зависимые. И сколько раз они будут причащаться, в какие праздники, все-таки решает игумен или игуменья. А не у всех есть вот такое, как мне кажется, вполне святоотеческое отношение, что всякая литургия служится для всего прихода, для всего монастыря. И поэтому принимать в ней участие, исповедуясь и причащаясь святых Христовых тайн, вполне естественно. Но есть иногда другое впечатление. И вот я знаю очень кротких людей, которые из года в год несут эту скорбь. Вот, хотели бы каждый, ну уж часто причащаться, 3-4 раза в неделю. Это естественно, в принципе, по устроению даже ритма нашего богослужебного. Но вот они вынуждены раз в 2 недели. Ну что поделать? Они не говорят, ах, такая игуменья никакая. О, хоть бы матушка благословила. Ой, благословила, как хорошо. О, не благословила. Ну, видимо, я недостойна. Поэтому тут, видите, сердце чуткое и все-таки не чуждое святыне, оно умеет и недостатки, которые мы видим в церковных людях или тем более в священнослужителях, ну, как-то для себя извинить. И это не вредит их церковной жизни, а может быть даже наоборот делает ее еще более сосредоточенной. Нет, просто на самом деле один батюшка – это лицо всей церкви. Ты согласна с этим? Просто человек, когда приходит и видит, допустим... Да, для человека, особенно начинающего, конечно, это его первая, может быть, встреча и последняя. Он пришел, расчаровал, сказал, а, все, вся церковь такая, и ушел, как бы, ну... Ну, ты скажи, в таком человеке есть покаяние? Вот если ты идешь и несешь свою беду по весеннему, по льду, вот, если ты хочешь кушать, если ты хочешь зуб полечить, и ты, разочаровалась, ну, стоматолог, оказывается, он сам в чем-то там... Не вполне. Ну, в чем бы нас не устраивали, любой специалист, который нам нужен. Это говорит только о том, что этих историй сколько угодно слышно. Ну, это разная вещь, когда человек приходит в больницу, ему попадается врач, с которым он не поладил, и он сказал, хорошо, я пойду в другую больницу, потому что ему это надо. А
церковь, это, мне кажется, ну, другое. Ну, а почему ты тогда, ну, священник тоже человек, почему ты запрещаешь в отношении этого прихожанина тоже, тот же ход действий? Ну да, батюшка не святой, особенно этот, который тебе лично попал, но соседний батюшка, сходи к нему, есть духовники замечательные, которые окормляют монастыри, целые епархии. Вот, всегда есть. Потом, знаешь, не зная брода, несусь в воду. Везде есть, конечно, прекрасные мастера своего дела, а где-то начинающие, а где-то, может быть, действительно не вполне доброкачественные. Но, знаешь, мы же, уж не знаю, как вы, молодежь, вы, может быть, своими зубками, например, можете рисковать, а взрослые люди, как правило, 100 раз расспросят, а к какому стоматологу пойти, чтобы потом не шепелявить оставшуюся жизнь. Вот, конечно же, рекомендации. Раньше, вы знаете ли, вот духовниками не все священники являлись. То есть не для всех батюшек было благословлено общение с паствой. Выполнять требы, служить литургию, там, ну вот, выполнить как бы почти отделенную от прихожан, ну, не отделенную по сути, конечно, но внешне, кажется, не тесно пересекающуюся, не совершать деятельность церковную, все призваны, рукоположены, но духовниками, вступающими в особые, личные, очень доверительные отношения, могли быть далеко не все, так и в Греции сейчас так, и в некоторых других странах и церквях, только тот, кто получает благословение духовничества, он имеет право исповедовать, а вовсе не каждый рукоположенный батюшка. А нам приходится тогда рекомендовать, вот иногда пишут мне из далеких городов, вот, ну, к вам приехать далеко, ну, кто ж так вот каким-то образом доверяет по руководству с нашими передачами с вами или еще что. А вот кому пойти? А я говорю, в вашем городе я не знаю, когда знаешь в каком-то городе батюшку, там, в Петербурге, где-то в, я могу знать, в Липецке, в Тамбове, Маршанский, знаешь, батюшку, и с удовольствием ответишь, вот отец Сергий, вот отец Николай, вот вы там разочарованы не будете, батюшка с любовью встретит и всяко позаботится о вашем благоустроении. А где-то не знаешь, где, что. И что тогда говоришь? Ну, вы проспросите. Есть же люди у вас знакомые, которые похаживают в храм-то почаще. Спросите, кого из батюшек почитают, как все-таки духовника внимательного и заботливого, и так в духе любви действующим. Обязательно есть такие, даже в небольшом городе, в небольшой епархии. Обязательно есть кто-то из более опытных отцов, которому и другие батюшки со своими грехами приходят на исповедь, приходят поправлять свою собственную духовную физиономию. Так что это все решаемо. Но согласись, что здесь должна быть добрая воля. А если есть нет доброй воли, как говорил святитель Григорий Богослов, нельзя убедить того, кто не хочет быть убежденным. Поэтому во многом это личный выбор. Но мне кажется, не бесполезно мы с вами на эту тему пообщались, имея в виду, что все-таки выбор остается за человеком, и его личное произволение заставляет его видеть либо в церкви святыню, которая очень ему нужна, либо те недостатки, которые, обобщая из мухи дела и слона, он для себя дает право быть от нее отвращенным и даже вставать в ряды ее гонителей. Сохрани нас, Господь, от таких все-таки тяжких состояний. Всего доброго, дорогие друзья. Благодарим вас за внимание. До свидания. До свидания. Thank you.